Привет, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу подводяшку к элементу, который называется бабочка. Для этого элемента вам нужно будет перила. Ставим ножки вот так вот. Коленки вперед, попа назад и спинка ровно. И двигаемся по этому перилу. Вправо, влево. В этом трюке, друзья, главное правильно поставить ножки, чтобы ножка опиралась друг в друга. Влево, вправо. Езди влево-вправо. Или вправо-влево. Влево, вправо. Влево, вправо. Ну, примерно вот так. А теперь, когда вы уже более-менее научились стоять в бабочке, пробуем по чуть-чуть опускать ладошки от перил и держать равновесие. Ну, как-то вот так. Пробуйте, тренируйтесь. Всем пока!